Всем привет. Постараюсь сделать короткое видео о том, как поменять пускозащитное реле холодильника Zanussi и аналогичного его холодильника Electrolux. Если у вас холодильник не работает, но в нем горит свет, значит, скорее всего, не включается сам агрегат, и проблема, ну, с большой долей вероятности, в этом пусковом реле. Во всяком случае, стоит начать с него. Как проверить реле, как проверить двигатель, как проверить модуль управления, будет отдельное видео. Но если все-таки вы определили, что не работает реле, то его возможно ремонтировать, если на него продаются запчасти на Алиэкспрессе. Но проще всего его купить в сборе и поменять. Меняется достаточно просто, это сможет, в общем-то, наверное, любой мужчина, да и женщина. Я положил холодильник горизонтально, хотя это не рекомендуется делать. Как снять крышку? Есть у меня отдельное видео. Вот здесь такая защелочка, вот сбоку, оттягивается. Сейчас я поставлю штатив. Следующий этап, нужно открутить провод земли, заземление, потому что он прикручен к корпусу, а нам нужно снять вот это реле. Вот эта штука нам может будет мешать. Ну, здесь я уже открутил болтики. Там будет, вот она снимается, такая штуковина. Одевается она вот на такой штыречек. Ну, это несложно, я думаю, каждый разберется. Здесь все интуитивно понятно. Снимается. Откручиваем мы землю. Обычно в новых реле, вот так прошло реле, эта земля, она уже идет, с реле продается, и она здесь уже одета. Поэтому мы оставим сам проводочек на старом реле. Откручиваем просто болт, который его держит. Аккуратно. Я не знаю, достаточно ли здесь света. Осветил, чем могу. И снимаем само реле. Вот так. Это не там нажимал-то. Уже разбиралась реле. Теперь самое главное. Вот где-то здесь провода. Их можно сфотографировать. Можно записать, конечно, но фотография будет более надежный способ. И, ну, я сделаю проще. Вот так возьму два реле. Даже вот это сюда сразу установлю. На место. Там, где оно должно стоять. Сейчас я придавлю его аккуратно. Вот так. Чтобы она стала в свое посадочное место. Вот эта земля, у нас все понятно. И теперь мы просто снимаем контакты. Это же вот земля, ясно. Второй провод земли. Вот он, рядышком. В общем, повторяем все так, как есть на старом реле. По одному проводочку снимаем и переставляем на соответствующие места нового реле. Здесь, я думаю, тоже догадаться было несложно. Все, проверяем, чтобы они все стояли надежно, крепко. Чтобы само реле стояло в посадочном месте надежно. Прикручиваем мы вот это заземление. Крестовидной отверткой. Далее устанавливаем на место все штуки, которые поснимали. Вот здесь стоял у нас. Это просто крепление для проводов, чтобы они не болтались. Да и все. Потому что холодильник, когда будет двигаться, когда будет провод подключаться к розетке, постоянно они шатаются. Конечно, могут отломаться какие-то ножки, контакты. Поэтому провода должны быть жестко зафиксированы.
И последний этап. Устанавливаем на место крышку. Все. В общем-то, вся процедура.